И нам нужно выбирать действительно настоящих кандидатов, депутатов от народа. И по Конституции самое главное источник власти – это народ. Хотя она менялась, но это до сих пор осталось. И мы этим правом должны воспользоваться. И даже сам Назарбаев говорил, самое большее он боится народа. Это народ вместе. Это сила. И... Опа. Посмотрите там.